Вяскоўцы з сельца Магілёўскага района адстойваюць свае правы на водоправод. Жыхары вуліцы Садовай кажуць, што за ўласныя сродкі праклалі камунікацыі, але цяпер сцвярджаюць, што да водоправоду без іх дазволу падключыўся мясцовы прадпрымальнік. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Проект согласован. Жилкоммунхоз, прочитайте, пожалуйста, сами. Вот подпись, печати. Проект затвердили у 2006 годе. Наступным годом жыхары Садовой проклали водопровод. Кажуть, за уласные сродки и уласными намаганнями. Договорились со сторонней организацией, заплатили деньги. Колодец мы копали своими силами, мужчины. Кран тоже нанимали. Мы по тем временам вложили немалые деньги. Ну, я уже не поскольку где-то около 700 долларов, если в доллары. Жыхары з вуліцы, што ўразаліся ў трубу пазней, па словах вяскоўцаў, пыталіся іх дазволу, а потым, як мовіцца, сплочвалі ім пэўныя грошы. А тут случайно обнаружили, что у нас поднята крышка люка, потом посмотрели, что к нашему водопроводу сделана врезка. Ну и, соответственно, мы уже как бы разобрали, что врезка идет и прокопана была уже траншея в сторону предпринимателя. Усе зацікаўленыя бакі сабраліся каля той самой урэзкі. Размова с прадстаўніком мясцовага ЖКГ, кажуць вяскоўцы, збянтэжыла іх. Яны пачулі, что прадпрымальнік подключился законно, а труба у колодзежы и увогуле належыць камунальнікам. Маўляў, и сам колодзеж жыхары Садовай не копали. А вы сами знаете, к какой трубе вы подключены? Конечно, знаю. Все в документах написано. 63-я труба. В документах она написана жилкоммунхоза. Колодец был существующий. А врезались они откуда? Ну, согласно проекту, должны были вырезаться с этого колодца. Но данная труба идет на законсервированную скважину. Копали 1,60 м глубина, да, мы копали? То есть вы сами копали этот колодец? Сами, да, сами. Лично. Лопатами, да, лопатами. Лично я. Куды ж подключена труба вяскоўцаў, калі прадпрымальнік урэзаўся ў трубу камунальнікаў, так і засталося невядомым. Мы знаем, что мы делали, наши мужья. Это ж мы так не оставим. Будем ходить и будем добиваться правды, потому что так не должно оставаться. Калі потеплее, вяскоўцы маюць намер нават откопать трубу, каб показать, откуль и куды яна ідзе, и таким чином доказать свою правду. Только для гэтага зноў скласціся грашыма прыйдзецца. Алесь Рыбалка, Денис Бутылін, Навіны Регіён.